не знали, не гадали, Кирю нам тут подогнали, предложили потекать, да селенки измерять. Веселые ведущие, интересные игры и конкурсы. Традиционные масленичные гуляния состоялись на площади у Дворца культуры Юбилейный. Здесь каждый нашел себе развлечение. Кто-то танцевал под веселую музыку, кто-то дегустировал блины, а кто-то тягал гири, прыгал в мешках. Нашлись и те, кто командой пытались пройти без падения на лыжах. Очень много народу. А так очень хорошее впечатление, очень весело. Песни, конкурсы разные. И для детей можно развлечения всякие разные. Очень интересная масленица. Можно поучаствовать в конкурсах. Всем советую участвовать. Очень нравится все. Весело, интересно. Ребенок доволен, второй доволен. Пока на площади работали интерактивные зоны, в зале Дворца культуры развернулось целое праздничное представление для всех желающих. Творческие номера показали местные коллективы «Родничок», «Белая черемушка» и другие. Проводы зимы по традиции завершились сожжением чучела масленицы на площади, которая сопровождалась яркими фейерверками. Игорь, ясно, чтобы не погасло!